Жизнь современного студента многогранна и разнопланова. Однако во многом то, как она пройдет, зависит от выбора учебного заведения, факультета и специальности. К слову, о последнем. В Брестском государственном техническом университете в этом году список получаемых профессий пополнился новыми. Так, здесь начнут готовить инженеров-программистов. Однако это только часть актуальных нововведений. На факультете заочного обучения мы открываем специальность автосервис. Такая специальность есть у нас на дневной форме обучения, на машиностроительном факультете, теперь будет и на заочной форме обучения. Помимо этого, в этом году мы вновь будем осуществлять набор на специальность строительного факультета сельское строительство и обустройство территорий. Эта специальность была у нас открыта, но в прошлом году мы не набирали на нее. Однако, наряду с такой специальностью, как мелиорация и водное хозяйство, сельское строительство и обустройство территории остро востребовано в республике. Брестский государственный университет имени Пушкина, одно из старейших учебных заведений страны, также старается не оставаться в стороне от тенденций времени. Ежегодно специалистами проводятся маркетинговые исследования рынка труда, на основе которых сотрудники вуза формируют цифры планируемого набора и профильные специальности. В 2014 году мы открыли две новые специальности по первой ступени высшего образования. Это специальность социальная педагогика и специальность компьютерная физика. По магистратуре мы открыли специальность веб-программирования и интернет-технологии. В 2015 году мы открыли специальность история по направлениям археология и политология. И две специальности магистратуры – инновации в обучении иностранным языкам, инновационные технологии в сфере туризма и гостеприимства. Также по магистратуре была открыта специальность психологическое консультирование и психокоррекция. Ну а уже в этом году мы впервые будем проводить набор на новую специальность первой ступени высшего образования – логопедия и новую специализацию медицинская психология специальности психология. Однако всему этому предшествует одно из главных вступительных испытаний – централизованное тестирование. В прошлом году за первый летний месяц было реализовано порядка 45 тысяч пропусков. О цифрах этого года можно будет сказать только в июне. Пока со 2 мая начнется предварительная регистрация. Регистрация начнется со 2 мая и закончится 1 июня включительно. Пункты регистрации будут работать с 9 утра до 19 вечера, без обеда. У нас в Брестской области их всего лишь 4, то есть 2 в Бресте. Это технический университет и университет имени Пушкина. Баранович – это Барановичский госуниверситет. И в Пинске – это Полесский госуниверситет. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».